Уверенное движение вперед. Международный союз электросвязи опубликовал новый рейтинг по развитию информационно-коммуникационных технологий. Беларусь в нем поднялась на 31 место из 175. Причем с 2008 года наша страна улучшила свои позиции сразу на 53 пункта. Лидирующую строчку в этом списке уже второй год подряд удерживает Корея. Затем следуют Исландия и Дания. Россия в рейтинге на 43-й строчке. Казахстан 52-й. Индекс информационно-коммуникационных технологий состоит из 11 показателей. Среди них количество абонентов и пользователей проводной и мобильной связи, а также навыки применения ИКТ у жителей страны.